Я прошу вас, друзья, не грустите, а только поверьте, нам самим выбирать между жизнью и смертью, между злом и добром, чистотой и пороком, между светом и тьмой, между волей и сроком. Лишь один из путей мы себе выбираем. На развилке дорог между адом и раем. Этот вышний закон все и просто, и сложно. Не продать, не купить этот путь невозможно. Оборвется струна тихим жалобным стоном. Вот и срок подошел отвечать нам пред Божьим законом. Выбирая свой путь, я прошу вас, поверьте. Только вера в Христа спасет нас от смерти. Только вера в Иисуса Христа спасает от смерти. Спасает от смерти.